проехал Қызылжар ауылы, Көктөбе ауылы, Алмалы ауылы. И здесь вот подъезжаю к селу Төлеби, Төлеби ауылы. На подъезде к селу есть кладбище. Так, вижу еще одно кладбище с левой стороны там. По пути вижу кран. Дәстүрлі аңшылық орталығы. Ранее не слышал про это место. Что-то здесь слишком много полицейских сегодня. Это уже третий экипаж туда-сюда катается. Төлеби ауылы. Магазин какой-то на въезде был только что. Справа проехал детский сад. Продам магазин. Остановка Дарахана. Пешеходный переход. Данер, кебаб, пицца. Автомасла, автомойка, замена масла, СТО. Так, строительный магазин Альтаир. Холодные арбузы, дрова, уголь. И на этом, я так понимаю, село Төлеби заканчивается. Это у нас трасса Есек-Тургень. Вот и выехали из Төлеби. Сейчас вернемся и спустимся вниз по селу. Развернулся и снова заехал в село. Оказывается, есть даже двухэтажные многоквартирные дома. Вот здесь с правой стороны вижу. Так, и по карте показывает, что где-то здесь есть дорога направо. Вниз по селу. А вот она, асфальтированная дорога. Так, вдоль дороги вижу фонари. Газовых труб не наблюдаю. Вижу знак «Школа». Тротуара нет. Вижу мечеть. Ого, рядом с мечетью прям такой конкретный дом. Кто-то себя отбабахал. Мощный такой забор. Даже свои скамейки есть на улице. Так, напротив какое-то госучреждение, видимо. Или это и есть школа. Так, еще один магазин небольшой. А вот и сама мечеть. Мечеть, и рядом находится там хатымхана. Так, к сожалению, двери мечети закрыты. Зайти посмотреть не получится. Позади мечети есть какой-то пустырь. Здесь видно, что раньше было, видимо, футбольное поле или волейбольное поле в клетке было. И также есть футбольное поле. Рядом с мечетью что-то строится. Какое-то здание. Жаль, конечно, что мечеть закрыта сегодня. Ну или конкретно сейчас, я думаю. А так такая симпатичная мечеть в коричневых тонах или бежевых. Местное здание почты. Прикольно, конечно. Нашел вот такой вот миру мир.
такая огромная территория школы и несколько корпусов. Интересно довольно. Вот здесь, оказывается, с правой стороны, где сейчас стоит новый дом. Раньше, во времена совхоза, была контора, памятник, парк и памятник Ленину. Ну а потом уже все продали, приватизировали. И то есть кто-то дом построил и так далее. Сейчас ничего такого нет. В школе музея тоже нет. Сказали, что по селу тоже никаких памятников нет. Есть амбулатория где-то. Так, здесь тоже какая-то стройка идет. И дорога вот так налево и направо уходит. Дороги в этой части села уже не такие хорошие, как были до этого. Ну, тоже здесь кто-то дом строит. Еще не успели забор поднять. Так. Ой, а здесь уже какая-то база. ЛМ. Неужели здесь сигареты производят? Интересно. Так, и я так понимаю, мы уже выезжаем из села. Здесь уже начинаются сады яблоневые. Да, вот красные яблоки растут. Очень много. Думаю, пора возвращаться обратно. Так, заехал на другую улицу. Сказали, вроде вот по этой улице находится местная амбулатория. Так, вот только что, кажется, ее проехал. Здание местной, так, дәрігерлік амбулаториясы. Нашел еще вот такое здание, вроде как продается. А рядом вон там строится еще один дом. А это вот уже, так скажем, тот же самый футбольный стадион, только с другой стороны. Оказывается, улица, вдоль которой находится мечеть, вот эта улица, называется Наурызбай Батыр көшесі. Ну все, я обратно возвращаюсь на трассу. Вот она, трасса Есек-Турген. На этом все. Спасибо, до скорой встречи и пока-пока. Увидимся.